Слава! Я с удовольствием. Осталась память, память, у которой больше нет конца. Остались слезы, у которых я не помню, где начало. Я все любовь искала, она рядом шла. Ее в лицо не знала, как слепа я была. Ах, если все начать сначала. Расскажи мне, мама, что я сделала. Скажи мне, мама, почему я виновата? Я любила, мама, а простить не знаю как. Ну, ответь, ведь ты же сама любила когда-то. Атмосфера замечательная, программа супер, очень хороший звук, очень веселые, позитивные песни необычные. Ведущий просто невозможный. Ты сегодня такая-то, да. Какая-то, знаешь, такая, как всегда. Потому что ты всегда такая вызывающая, ослепительно вечерняя. Пойдем сюда. Пойдем. Пойдем, Славочка. Юрий, мы с ним, ну, первый раз я с ним вижусь так вот вживую, никогда не пересекались, но я обожала смотреть «Городок» и вообще все фильмы с его участием. Конечно, когда я увидела, как он провизирует, как он поет, это вообще просто огонь. И для меня, конечно, участие в этой передаче, ну, прям такой, прям праздник. Обычно это очень съемки, это все долго, все это так, все нудно, неинтересно, все это жарко. Ну, короче, все это как-то монотонно. Здесь, конечно, все поют, все живем, такой классный коллектив, очень много артистов, друзей. Ну, короче, мне очень нравится. Очень. Скажи, что помочь? Можно слегка подрастегнуть, чтобы бежал? Ну, пожалуйста. Вот тут есть один грузинский умелец. У него двое детей вышло. Ну, это двое. Ты знала, у меня двое, сколько? Двое, станет трое. Я как раз хотела третьего. Все, я молчу. Если у него двое детей, знаешь, какой у него опыт? Да. Давай, лучше с нами имей дело. Сейчас... С женатыми и многодетными. Для кого-то роль Отелло и блаженство, и награда. Только я другое дело. Выдави, моя отрада. У них, к примеру, Ричард Третий, ну и чуть не интересен. Больше всех люблю на свете водевиль, где много песен. Водевиль, водевиль, водевиль. Музыка, песни, интриги, танцы. Пусть красоватый Наил. Я очень люблю караоке, вот, я очень люблю петь чужие песни. Я вот свои, кстати, так только на работе, а вот если просто так, я свои никогда песни не пою. Вот, и поэтому вот. Ну, это получается, я даже не могу сказать, что вот какая-то съемка или программа, да, для меня как будто я сейчас действительно хожусь где-то в караоке с друзьями, и хочешь прям как-то, ух! Вот сюда. Всегда красивая и смелая. Так. На «Оскар» я пришла. Так, дальше продолжаем эту тему. Сегодня на передаче «Живой звук» спела. Рифма пришла и пела. Это роскошная рифма, ребята. Фристайлишь, мать. Я уже могу отметить, кстати, я же победила, ура! Я такое счастье, я прямо не могу. Думаю, пока-пока. Кстати, я прямо, я выиграла приз, ура, ура, ура. В царстве глупости и стяжательства, среди гор барахла казенного, есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя. Такой вот минуэт какой-то в конце. Ну как? Ну, на 99.
Ну, блин. И что ты тут пугалась, язык показывала, а на 99 напела. Спасибо, что меня продирижировали, а то я прямо не знала, где вступать. Спасибо, Славочка. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Поздравляю.